Жители Новосибирска, которые участвовали в гонке с препятствиями «Сибирский предел», особенно отмечали командный дух, который необходим для прохождения нашей трассы. И, конечно, командный дух и единство необходимы и нам, организаторам, для проведения подобных крупных мероприятий. И мы безмерно счастливы, что крупные международные компании поддерживают и помогают нам при организации проектов подобного масштаба. Особенно, конечно, хотелось бы выделить китайскую компанию Tianji, компанию, которая производит товары для здоровья, потому что мы, как и партнеры компании Tianji в других городах России, в первую очередь ставим перед собой цель в сохранении здоровья людей. Не только в масштабах города, региона или страны, но и всего мира. И компания Tianji поддерживает нас, а мы поддерживаем ее, потому что мы работаем в одной команде и, как уже было сказано, ставим перед собой одну цель. В середине октября у наших друзей и партнеров состоится традиционная международная онлайн-конференция. Они подведут итоги работы, отметят лучших и наметят планы на будущее. И, конечно, мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и хотим пожелать успехов и удачи в дальнейшей работе китайской компании Tianji.